Игрок команды ДГТУ Максим Мирошниченко. Поздравляю с победой. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Спасибо большое. Сложная игра в эмоциональном плане, физическом. Вроде бы первый тайм контролировали полностью ход игры. Преимущество было у нас, инициатива. Во втором тайме две нелепые желтые карточки Иванков получил. И доигрывали матч, наверное, сколько, минут 25 в десятером. Выстояли, добились победы. Очень рады, положительные эмоции. Завтра игра с Казанью. Как настрой? Настрой боевой. Будем играть на победу, выходить, настраиваться. Конечно, тоже будет тяжело. Сегодня много сил отдали, особенно во втором тайме. Но подготовимся и дадим бой завтра. Последние 15 минут второго тайма вы очень активизировались, но не получилось реализовать моменты. Что можете сказать по этому поводу? Ну, как футболист могу сказать так, что когда обороняешься практически весь тайм, очень тяжело, ноги подсаживаются и просто-напросто потом уже голова перестает работать, ноги отключаются, грубо говоря. Ну, были моменты, да, на контратаках вылетали, могли забить. Не получилось немножко, не довели. Ну, самое главное, что конечный результат. 2-1 в нашу пользу. Это самое главное. Вы большие молодцы. Желаю вам завтра удачи. Спасибо.